Здорово, ребята! С вами Димас или Каиса, кому как привычнее. Я, в принципе, уже давно свой ник не использую. Как-то хочется, ну, захотелось когда-то в какой-то момент, ну, с вами как-то быть более откровенней, да. Зовут меня Дмитрий. Так, и что я хочу вам сказать, дорогие мои подписчики. Сегодня у меня день рождения. Мне сегодня исполнилось 25 лет. Вы вдумайтесь в эти цифры. 25 лет, четверть века. И я решил в этот день сыграть в свою самую любимую игру. Да, это первый Resident Evil или Biohazard. Я это не скрываю. Это моя самая любимая игра. Фух. И решил я взять еще самую первую версию, бета-версию Biohazard от... Версия от 31 января 96 года. Да. Это самая первая полноценная такая версия от начала до конца проходимая. Ну, почти. Вот. Тут даже есть дебаг-меню, но в него я лазить так не буду особо. Что, о чем я хочу сказать еще. В этой версии неуязвимость на многих врагов, но все-таки надо быть осторожным. С каких-то атак будет сноситься ХП, не знаю, с чем это связано. В общем, ладно, начинаем новую игру. Новую игру. И начнем мы, пожалуй, за Криса Редфилда. А почему нет? Будем искать отличия, пути. Alpha team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo team. Who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey!
three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. I got a shotgun. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Biohazard. I don't know what happened. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. Так, ну вот, собственно, обратите сразу внимание. Наклейки на дверях, маркировки. Да, это означает, что версия еще... А, кстати, вот этот дебаг меню. Не хочу в него лазить. А, это типа пауза. Так, на селект лучше не будем жать тогда. Давайте возьмем в руки нож. Попробуем выйти к нашим товарищам обратно. Investigate if you hear any gunfire. Вот. Вескер, как обычно, что ему еще сказать, отправляет нас на бой с зомби. О, обратите внимание, первое отличие. Лента в кувшине. Че она, бесконечная или это единичная такая вот лента? Вот такая вот, собственно говоря, лента. Не знаю, сколько мне количество, может она единичная, может нет. Но вот надписи все, конечно, мы не проверим. Отсутствует здесь этот, как его, ну, эмблема отсутствует на привычном месте. Это же у нас типа оригинальный режим, неизмененный. Так, ну что ж, бежим в первую же дверь. С наклейкой тоже. Здесь у нас привычная дверь закрыта с другой стороны. Здесь тоже. А здесь требуется ключ. Ну что ж, бежим к первому зомби. Попробуем его зарезать. Очень он... О! С одного удара лег. Ну, обалдеть можно.
Назад. Ах ты, гада, укусил. И опять прилег. Сколько раз он уже упал. Но на самом деле у меня неуязвимость. Не знаю, стоит ли... Давайте будем собирать, что тут предлагают. Магазин пистолетных патронов. Отличается даже, ну... И всего лишь один магазин у Кеннета. Второго нету в бета-версии. Да, всего лишь один дается. Ну что ж, ладно. Так одно... Так тому и быть. Ну что ж. Возвращаемся тогда к нашим друзьям-товарищам. Уэскер? Джилл? What happened to Джилл and Уэскер? На полу валяется пистолет. Давайте его возьмем. Так, попробуем выйти из особняка. Ну да. Нас не выпускают. Посмотрим, есть ли тут вообще еще лента. Нету? Серьезно? Серьезно? Лента-то нету. Так, тут закрыто. Это привычно. Так, что мы имеем? У нас есть одно место. Давайте сюда сначала сходим, что ли. Посмотрим все это дело. Ага, эмблема. Наверху лежит эмблема, нет карты. О, там магазин лежит, кстати. Хей. Прикиньте. Тут закрыто. Тут лежит магазин. Их, кстати, вроде нельзя объединять. Да. Их даже нельзя объединять. Ха. Мне кажется, или тут нельзя так просто пробежать было? Тут должна быть лежать лента. Но ее некуда взять, да. Места нету. Ой-ой-ой. Зачем ты? Так, надо пойти сохраниться. Тогда. Места-то нет у нас. Закончилось. Ладно, давайте возьмем в руки пистолет. Сделаем сохранение. На второй карте, в принципе, есть свободные слоты. Так, ну а теперь поднимаемся. Лента исчезла. Поднимаемся на второй этаж. Так, может быть, стоит сюда сходить? Тут могут быть только вороны, в принципе.
Это ключ маленький, да? Да, это маленький ключ. Пока брать не буду я его. Но это пятна крови. Так, заходим в дверь. Что у нас тут? Магазин еще один лежит. Себе такой деловой. И тут у нас Форест. Он был заклеван воронами. Да, и на меня слетаются вороны. Мне кажется, они тоже неубиваемы. Я попробую аккуратненько зайти, порезать их. Так, аккуратненько. Вот я их порезал. Три штуки было. Да? Да. Но мне кажется, они респаунятся все равно. Да не надо это. Ну, по крайней мере, насколько я знал, они всегда респаунились. Ну да, вот, они всегда респаунятся. Так что, пошли отсюда. Возьмем в руки пистолет. Давайте сходим сначала вот сюда. Постреляем. Ну где ты, зомби? Идешь? Ты же не сдох. А вот теперь сдох. Так, тут закрыто. Тут тоже. Отлично, он сдох. Так, ну тут тоже дверь с другой стороны закрыта, в принципе. Ничего удивительного. Так, что у нас тут есть? Ну, мало ли, это же все-таки бетка. Я по ней мало гулял. Тут у нас есть ботаника. Ну и выходим дальше. В принципе... Ты сдох, что ли? Так быстро? В демо-версии, в еще ранней, видимо, версии, тут было пятно крови. Да, обратите внимание, зомби стоит дальше, дальше, чем в релизной версии, ну, зомби где-то дальше встал. И
И он сдох от четырех пуль. Да, и если вы помните, за Криса тут три зомби было. Но, оказывается, в бета-версии было два. Да. Давайте заглянем в эту комнатку. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть зеленая трава. Зачем она нам, спросите вы, понятия не имею. Мы ее даже использовать не можем, потому что мы не ранены. Игра говорит. Ну а сюда нам нужна зажигалка. Ну а сюда мы вообще не скоро попадем. Здесь тоже закрыто. Ну, спускаемся вниз. Обратите внимание, где стоит зомби. И опять-таки сдох от трех пуль. Так, здесь у нас, ну да, тоже закрыто. Есть еще трава, но мы ее не будем брать. Заходим в кладовку. Да, какой звук открытия сундука. Так, уберем тогда спрей, траву. Ну, не знаю еще что. Пистолет тогда оставим. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть химикаты. Кстати, ящик вроде тут... А, ну, в принципе, прилично. Слотов, да. Ну что ж, пошли отсюда. Это была наша цель, взять химикаты. Трава нам не нужна. Теперь пойдем в другое крыло особняка. Именно вот сюда. Кстати, тут у нас... Редко я сюда забегаю, вот под такой ракурс. И ничего там не изменилось. Ну, на втором этаже столовой. Сдох от трех пуль. Ну да, это японская версия. О, обратите внимание, где находится статуя. Он типа сдох? Да, статуя находится дальше. Ну, давайте ее подвинем. И скинем вниз. Замечательно. Ну что ж, идем дальше. Мы еще не выбрали путь, по какому будем играть. Не определились. Они очень быстро дохнут.
Ну да, японская версия все-таки. Да, американцы начали там усложнять. Здесь закрыт с другой стороны. Ну и здесь, конечно же, кодовая панель. Мы не знаем кода. За Криса, кстати, вообще никогда за ту дверь не попасть. Так, ну спускаемся вниз. Вот тоже товарищ готов. Готов. Не будем заходить пока в лазарет. Иначе это уже мы выберем один из путей. Одно из развития событий. Поэтому пока не будем. Но тут дверь, конечно же, закрыта. Идем вот сюда. Так, оба готовы. Обратите внимание, здесь нет третьего зомби. И обратите внимание на внешний вид вот этой двери. Она в финальной версии выглядит совсем по-другому. Ну что ж. Заходим к растению. Оно, кстати, меня убило. В итоге, несмотря на то, что тут неуязвимость, захват вот этого растения мне сносило ХП. Представьте себе. С ним страшно даже связываться. Так, ну, траву-то я собирать не буду. Зачем? Берем ключ. Отлично. Куда бы сходить? Сюда пока рановато. А, знаю куда. Вот тут есть дверь. Конечно. Зайдем вот. А, я, правда, маленький ключ не взял. Я не смогу все взять. Но я смогу взять кое-что. Фух, кое-что смогу взять. Сломанное ружье, например. Пойдемте изведать другие места. А, ну, может быть, синий камень вставить тигру можно уже, в принципе. Да, открываем здесь дверь с другой стороны. Знакомый коридор. Берем синий камень. Пойдемте его вставим. Тигра. Получим первый, скорее всего, там будет первый гребень.
заходим. Ага. Ну, вставляем. Шо ж. И... Это гребень так выглядит, так тускло. Хм. Да. Это лента. Ха-ха. Посмеялся, да? Хи. Вот вам и бета-версия. Обманули. Так, ну что ж. В принципе... Добежать до кладовки сейчас, что ли? Ленты тут, похоже, мало будут давать. Давайте вот сюда зайдем. Посмотрим, что тут есть. Зомби. Обратите внимание, где он стоит. В финальной версии он стоит явно не здесь. Не на этой позиции. Тут есть еще один магазин. Или их тут двое? А, их тут двое. Ха. Их тут даже было двое. Да, ну и, конечно, ящик стола. Закрыт. Ну, пройдемся дальше. Гардероб, скорее всего, будет закрытым. О, здорово. Брат зомби. Как ты быстро разворачиваешься. Ни хрена себе он... В финальной версии он не такой быстрый. Ползающий зомби. Да ты чё, там, охренел что ли? А как мне тебя... Ах ты, сволочь! Ну ладно, хрен с тобой. Да! Он не такой быстрый был в финальной версии. Что с ним не так? Ну да, гардероб закрыт. Тут есть еще одна лента. Поштучно выдается в бета-версии. На вес золота было бы. Почему вот так, интересно, убрали? Так, тут магазин, надо будет не забыть. Пойду я уберу ненужное. Пооткрываю пока возможные комнаты. Вот эту открою, например, вот эту. Ну и вот эту можно открыть. Убрать. Хе. Ну, дробовик надо убрать, ленту. Пока что не буду я сохраняться. Ну и ключ пока можно спрятать, да.
Пойдемте посмотрим, что в той комнате, вот где, которая к аквариуму ведет и к спальне. Вот в этой. Зомби тут. Готов. Одна штука. Одна штука зомби. О, тут спрей лежит вместо зажигалки. То есть еще получается зажигалка была под вопросом. Но я его не буду брать. О, это нычка уже тут была. Магазин пистолетных патронов. Красная трава там. Ну и по сути все. Что еще тут брать? Зайдем сюда. Ну, дневник, конечно. Ну, тут надо спустить воду в аквариуме. Все тут мы знаем. И отодвинуть его. И подвинуть шкаф. Там вроде были патроны для дробовика. Ну да, и здесь тоже по 7 штук выдается. И лента, да? Лента, еще лента. Поштучно. А зажигалки нет. Хотя нет, знаете, пойду схожу в ту комнату, где, которую одну из которых я открыл. Заберу что там, и я думаю, все-таки что там будет гребень, или их тут вообще нет. Вот сюда, тут где головоломка. Что же у нас тут? Ну, давайте нажмем на кнопку. Ну, там, наверное, гребень должен быть, нет? Ну да, первый. Гребень солнца. Ну что ж, теперь вот это все уберем, барахло. Да, кстати, к Ричарду тоже заходить пока не надо, это один из путей. Так, уберем гребень, патрон для дробовика, лента, сложим это все дело куда-нибудь подальше.
Так, ну ключ этот пока мне правда не нужен. Думаю, вернуться за магазином. Хотя, знаете, сохранюсь я, пожалуй, наверное, в холле. Да, какой-то, ну, такой альтернативный вариант между двумя, между выбором пути. Возьму с собой ленту. Ну да, сюда, конечно, не пройти. Да, я вот что-то даже и забыл про то, что зажигалки нет. Ну как забыл? Я очень давно не играл в Бэтку. Может быть, всего разок посмотрел ее как-то. И не придал значения особо. А, маленький ключ можно взять, кстати. Кстати, да. Ой. Крис, ты больной, что ли? Да, пойдемте откроем один из ящиков. Мне кажется, тут не хватает каких-то звуков. Открытие двери, а вот закрытие двери звуки присутствуют. Ну да, я забыл, что тут такая система. Кстати, интересно, а тут сундуки, они вообще объединены или они тоже тут? Опа, нежданчик. В финальной версии тут всегда были патроны для дробовика. Тут для пистолета вдруг. Интересно. Так, ну что ж, я, пожалуй, вроде бы на этом все. Максимально возможно я сделал. Ну, эмблему я не брал, да. Давайте сохранимся, тогда уж с начала следующей серии выберем один из двух развития событий. А я благодарю вас за внимание. С вами был Димас. Увидимся дальше.